Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Недвижимость в Турции, Paradise Alanya. В этот раз я нахожусь в районе Каркаджак. Тут продается хорошая вилла со своим личным бассейном. Расстояние отсюда до моря, пешая ходьба, максимум 1500 метров на машине, 3-4 минуты езды. Есть собственный гараж, тут лесенки. Бассейн сейчас покажу вам. Вот это, собственно, территория у этой виллы. Маленький бассейн. Как бы вилла после ремонта. Полностью под ключ. Вход к спальне. Две спальни на нижнем этаже. Гостиная, совмещенная с кухней, на верхнем этаже. Есть два санузла. Здесь тоже застеклили веранду. Ну, дополнительная комната. Вид на горы, который не закроется никогда. Глазами все видно, как бы вот так глазами видны эти горы. Хорошая цена. Скажу сразу цену. Цена этой виллы 170 тысяч евро, дорогие зрители. Такая вот веранда. Зашли мы в гостиную, которая с совмещенной кухней. Бытовая техника здесь Samsung, как видите, холодильник, стиральная машинка, ну, плита, вытяжка, духов, ну все Samsung, микроволновка, качественный ремонт. О, стол, это мрамор, да, мраморный столик, такой красивый, LG кондиционер. Сторона здесь юго-западная. Спускаюсь я вниз. Как сказал, есть два санузла. Первый санузел. Хорошая душевая кабинка. Так. Здесь первая спальня детская. 105-110 квадратных метров полезная площадь только у виллы. Территорию где-то тоже. Спальня где-то 20 квадратных метров полезная площадь. Сделали такой стеклянный встроенный платяной шкаф, как бы. Тут вот местечко. Можно закрыть, сделать кладовку. Здесь второй санузел. Проточный водонагреватель фирмы Siemens. Так, вот такая интересная вилла. Недалеко от моря, до маркетов, до пекарни там рядом. Где-то расстояние 600-500 метров. Не звоните, да видите, не отвечаю. Ага. Итак, дорогие зрители, цена этой виллы 170 тысяч евро. Звоните по номеру +90 555 064 91 10. С вами был Агасий, Солнечная Алания, район Каркаджак. Всем пока-пока.